Все, кто до сих пор не знает значение слов, ребята, можно придумывать все из головы и повторять вместе со мной. Давайте попробуем. Включайте, включайте погромче, друзья, добавляйте звук на колонках. Я не знаю, подключайте всех, зовите своих родных, друзей, близких, детей, давайте танцевать. Поехали! Крошка моя, я по тебе скучаю, я от тебя письма не получаю. Ты далеко и даже не скучала, но я вернусь, вернусь, чтоб ты узнала, что я далеко, я по тебе скучаю, я от тебя письма не получаю. Это было круто. Это было круто и очень необычно, неожиданно, странно, потому что все мы с вами находимся сейчас в самоизоляции и, безусловно, находясь на карантине, очень трудно передать те эмоции, которые вы привыкли получать на концертах. Я надеюсь, уже скоро, но надеюсь, это будет осенью, мы сможем с вами увидеться уже на площадках страны, в каждом городе, куда группа «Руки вверх» обязательно снова приедет и снова зажжет не по-детски и соберет огромное количество сотен тысяч людей на наших концертах. Ну, а пока мы продолжаем ВК-фест и продолжаем ваши любимые песни, друзья. Мы продолжаем ваши любимые песни, и следующей вашей любимой песней будет песня под названием «Он тебя целует». Вперед! Этой песне много-много лет, как, впрочем, и всем песням группы «Руки вверх». Давайте тоже вспомним сейчас все самые приятные моменты, которые были связаны с этой песней. Как вы танцевали под нее в своем
своем прошлом, в своей молодости. Вперед! Теплым брожу один, ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала меня, что же ты сделала? Я ж тебя так любил, так любил, а теперь потерял тебя. А он тебя целует, говорит, что любит и ночами обнимает, сердце прижимает, а я мучаюсь от боли. Со своей любовью фотографии в альбоме о тебе напомнит, да, он тебя целует, говорит, что любит и ночами обнимает, сердце прижимает, а я мучаюсь от боли. Со своей любовью фотографии в альбоме о тебе напомнят, а круто. Я даже